В Красноярске появилась инклюзивная студия пластилиновой мультипликации. Ее совместно организовали учителя 55-й школы и педагоги одного из городских центров дополнительного образования. Ученики младших классов, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья, дважды в неделю приходят на эти занятия. Они самостоятельно продумывают сюжет, рисуют фон, лепят из пластилина персонажей. С видеосъемкой и монтажом детям помогает преподаватель. На создание одной пластилиновой картины в зависимости от сложности уходит до нескольких уроков. Хочу мультики такие, ну, интересные создавать какие-нибудь. Например, вот мы сделали цветочек, мультик такой. Бывает такое, что у детей не всегда хорошо с успеваемостью, или, может быть, в коллективе не всегда просто им адаптироваться, особенно если это вот первый класс, начало только школы. Или, может быть, просто ребенок стеснительный. И если у него есть возможность где-то себя проявить, где-то приложить свои навыки, свою фантазию, и он это сделает, это будет очень здорово.